մտքի համար, դա առավոտյան մեր այցն էր, նախ հուշահամալիր, օշականի ճակատամարտի հուշահամալիրը, որտեղ մենք կարողացանք նախ մեր եկեղեցու ձեզը իրականացնել, շնորհակալություն ձեզ, և ապա իրականացնել ուրեմն ռուս ուղափար եկեղեցու ձեզը, որից հետո մենք անցանք Սուրբ Էշմիածին, վանքի մոտ, և մեր հարգանքի տուրքը հատուցեցինք ներսես 5-րդ աշտարակեցի կաթողիկոսի Շիրիմին, և այդտեղ կատարվեց նույնպես ձեզ, այդպես որ մենք այսպես ոգևորված, լիցքավորված եկել ենք այս մեր փոքրիկ ճամփորդությունից, և սկսելուց առաջ խոսքը օրհնանքի համար խնդրում եմ Տեր Արարատ ձեզ ասել խոսքը. Հոգնյան Տեր Իսուս Քրիստոս ամեն, այր մեր օրհերքին Սուրբ Եղիսյանիքով, եկեսցեաթեությունքով Եղիսին կարմքով, որպես հեշտինս եկերքրի, ըսհաց մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մենք օրհնում մերոս պարտապանած, և մի տարի ես մեզ իր փորձություն, այլ մրգյած մեզ իշարել, Սիրո Արքայութիւն և զորութիւն և փառք աւետարանս ամեն, ըստ գործս ձեռաց բերած ուրիշ արայի մեզ տեր, ըստ գործս ձեռաց բերած հաջողյա մեզ ամեն։ Дорогие друзья, у нас два рабочих языка будет на конференции, армянский и русский. Мы сейчас начинаем первую часть нашего заседания. Александр Владимирович, спасибо, что вы нашли возможность принять участие в нашей конференции. Я предоставляю слово чрезвычайному полномочному послу Республики Беларусь, Республики Армения Александру Владимировичу Ганюку. Бары взес, бары люис, как говорят у нас в Беларуси. Я, вы знаете, полтора года здесь уже служу. Дипломат не работает, он служит, тем более я генерал вооруженных сил, для меня это служба. Но я к чему это все клоню, что за полтора года я уже кое-что изучил по-армянски. Я знаю, что такое инчкана. А главную фразу, которую я сегодня изучил, Айк Борисович, которую я сегодня уже готов сказать, «Эскес сюрумек». Эта фраза открывает любые двери в Армении, я в этом убедился. Спасибо большое вам за приглашение на эту конференцию. Я, можете мне поверить, я не зря сказал, что я полтора года здесь работаю, служу. Я как будто я дома. Почему? Потому что есть такие люди, как Айк Борисович. Потому что есть люди, такие как Гаек Николаевич Царукян, я имею в виду армян, которые... Ну, не дают нам почувствовать себя, что мы в гостях, мы у себя дома. Мы здесь абсолютно свободно чувствуем себя, мы ездим куда хотим, мы встречаемся с тем, кем хотим. И вот сегодня такая ситуация. Поэтому, Айк Борисович, я вам очень благодарен. Вы должны всегда иметь в виду, что в лице белорусского посла вы всегда увидите и найдете очень надежного человека. А сегодня, вы знаете, необычная ситуация еще и в том, что я с одним человеком познакомился, потому что он ярко выраженный. Он был в майке красного цвета, а вот он там находится. И на майке было написано, и вернее до сих пор написано «СССР». А я человек из Советского Союза, поэтому для меня вот такая майка просто, ну, оказалась центром внимания. Да, так вот я о чем и говорю. А потом, когда я подошел к Исраилу Ахакяну, я же знаю, кто такой Исраил Хакян, это же известнейший боксер, чемпион мира и Европы. А я тоже в прошлом был боксером, конечно, не такого уровня, но для меня это уникальный человек. Поэтому вот это мероприятие сегодняшнее, оно имеет цены с таким человеком. Правда, он мне говорит, сколько вам лет? Он говорит, уже 62. А я говорю, а мне еще только 62. Я рад вас приветствовать. Действительно... Та конференция, которая сегодня проводится, она очень важна. Я чуть позже буду говорить, почему она важна для нас, для белорусов. Но прежде всего, хотел бы несколько слов сказать об этом мероприятии.
Но, к сожалению, я не смог присутствовать на утреннем возложении памятнику. Тем не менее, все мы сегодня удостоились чести почтить память русских воинов, павших в Ашаканской битве. Это было 195 лет назад, во время русско-персидской войны. Безусловно, сражение 827 года, произошедшее в Восточной Армении, изменило ход истории. И, наверное, в какой-то степени создало прочную основу для укрепления отношений и углубления диалога между братскими народами, в том числе и уже в нынешних интеграционных процессах. Эта страница истории многому нас научили. Еще раз говорю, я еще скажу, почему для нас, белорусов, это важно. Несмотря на десятикратное численное превосходство персидской армии, русский войсковой отряд генерал-лейтенанта Афанасия Красовского вместе с присоединившимися к нему армянскими и грузинскими добровольцами выступил на помощь к осажденному Эчмиадинскому монастырю, пробился через заградительные кордоны и добился снятия осады. Вместе с русскими воинами в ожесточенной битве сражались и армянские добровольцы во главе с католикосом Нерсесом. Победы в Ашаканской битве позволили армянам выжить, сохранить свою религию. Без одоления противника при Ашакане ход истории мог вообще измениться и пойти в другую сторону. Как и многие годы назад, нашим народам в настоящее время также пригодится противостоять многократно превосходящим силам недругов и тому беспрецедентному политическому и санкционному давлению, только уже теперь не с востока, а с запада. Но мы ощущаем, что правда на нашей стороне, а нации, выступающие за справедливость, отстаивающие свою идентичность и право на мирное небо над головой, добьются победы любой ценой. Отдельно я хотелось бы отметить такой факт, что 195-летие Ашаканской битвы совпало с объявлением Республики Беларусь годом исторической памяти. Я буквально недавно из Беларуси, я был в отпуске как дипломат, и я вам скажу, хочу сказать, что у нас все очень нормально, в Беларуси спокойно, люди работают, убирают хлеб. У нас в этом году небывалый урожай зерновых. Мы не только обеспечим себя, если понадобится, поможем и своим друзьям. Вместе с тем, конечно, мы не можем не отдавать отчет, что на Россию, в первую очередь, и на Беларусь оказывается очень сильное давление санкционное. Буквально в пятницу мы проводили конференцию с российскими коллегами, которые анализировали ситуацию, связанную с санкционным давлением. Конечно же, этого нельзя отрицать, это нельзя от этого уходить. Но тем не менее, вот я просто вам один факт приведу интересный. В этот период санкционного давления за полгода экспорт белорусской промышленности увеличился на 37%. Конечно же, это благодаря тем интеграционным образованиям, которые у нас на сегодня есть. Это в первую очередь Евразес и, конечно же, союзное государство России и Белоруссии. Наш завод МАЗ, Минский автомобильный завод, это легенда, он не успевает работать. Он не успевает выдавать продукцию. Вот буквально недавно, на днях, и президент об этом наш говорил, ушел заказ в Ленинград. Ну, извините, до сих пор для меня это Ленинград. Я не могу никак привыкнуть, что он Санкт-Петербург. Для меня это Ленинград. Ушло 900 автобусов. Электронных, газовых и так далее. Я к чему это все говорю? К тому, что, да, мы, конечно же, мы выстоим. Конечно, благодаря России, благодаря другим странам, Армении в частности, потому что я как посол заинтересован в развитии отношений, особенно торгово-экономических, потому что политических проблем каких-либо на сегодня нет. И товарооборот между Арменией и Беларусью увеличивается. Мы сейчас планируем создать сборочное производство Минского тракторного завода в Ереване. Мы сейчас планируем создавать сборочное производство, ну, где-то, может быть, частично, пока на уровне сервиса, могилевских лифтов, а они превалируют в Армении, в Ереване. И так и будет продолжаться впредь. То есть, несмотря на то, что там наши недруги,
пытаются задушить, задавить и так далее, ну, вряд ли у них это получится. А все почему? А все потому, что Беларусь в свое время, 2 года назад, и другие страны не захотели жить так, как им указывают. Мы решили и будем жить своим умом, мы будем жить так, как нам нравится, как нам хочется, а не так, как указывает там откуда-то из-за рубежа, из США. Я не зря сказал о годе исторической памяти. Я сейчас этой темой очень серьезно занимаюсь. Я имею в виду геноцид. Я сейчас очень серьезно изучаю тему геноцида армянского народа. Подобрал литературу. Мы в ближайшее время собираемся с моим посольством посетить уникальное место. Это музей геноцида армян. Я знаю всю известную литературу вашего известного француза, который создал историю геноцида армян. Но мы тоже в настоящее время, в прошлом году, у нас принят закон о геноциде белорусов. Я знаю, что такая же тенденция и по России. Постепенно. К сожалению, мы начали об этом говорить очень поздно. В 1945 году закончилась война, а мы все как-то стеснялись. Как-то неудобно было, может быть, где-то как-то по-другому обозначали эту тему. Но в настоящее время, когда история переписывается и доходит до абсурда, я вам скажу, что недавно в одной из стран СНГ был издан Айк Борисович учебник для учеников, и оказывается, что Беларусь освобождали американцы. Я не шучу. Это серьезно, это учебник есть по этому поводу. Я уже не говорю о том, что оказывается, Беларусь, каждый по-своему, а Беларусь освобождали украинцы. Мозгов нет, к сожалению, или их немного. Да, украинский фронт был, а возглавлял-то его Баграмян, армянин. Но они решили, что раз украинский фронт, значит, освобождали украинцы, Беларусь. И так вот до абсурда некоторые вещи доводят. И вот в настоящее время Беларусь очень серьезно отнеслась к этому факту, и, как я сказал, объявлен год исторической памяти. Но вот такие факты вам приведу. У нас до войны в 1941 году было 9 миллионов человек. После войны осталось 6, меньше 6. Погибло более 3 миллионов человек. Насколько мне известно, в 1915 году погибло армян 1,5 миллиона, да? Угнано в немецкое рабство почти 400 тысяч человек, которые работали на немцев. Разрушено более 200 городов, в том числе Минск, Гомель, Витебск, Полоцк, Борисов. Полностью сожжено дотла 9500 деревень. Но несмотря на такие масштабные потери и разрушения, наши народы выстроили. И в настоящее время те, кто вот бывал в Беларуси, я вас настоятельно приглашаю. У нас цветущая страна, у нас цветущий город. Правда, мои друзья удивляются иногда, когда приезжают к нам в Беларусь. Один мой друг говорит: Александр Ильич, как вы тут живете в Минске? У вас ни одной бумажки нет на улице. Да, мы приучили к этому людей, чтобы не бросали. Это, конечно, факт такой показательный. Но я вас всех приглашаю. И вот тоже я не задерживаю. Я просто хочу один интересный факт вам привести. Я же не говорю про армян. Мы с министром юстиции Армении ездили недавно в Минск, и сейчас мы собираемся с Ваграмом Думаняном, это министр образования, культуры, науки и спорта, собираемся с визитом в Беларусь. Но это очевидно, что Думанян — это Советский Союз, это наш человек. А вот недавно ко мне обратился посол Аргентины в Армении. Он попросил меня: Александр Ильич, устройте мне протекцию, чтобы я посетил Беларусь. Я его сразу не понял, какая протекция ему нужна. Я говорю: приезжай, мы тебя встретим, мы покажем тебе наш город. И вот он поехал туда, в Беларусь, он говорит, вернулся, когда мы с ним встречались. Он говорит: я не думал, что такое есть, я не думал, что такая цветущая страна, потому что всякую же гадость несут. Неизвестно, что говорят. Пока сам человек не увидит, пока сам человек не приедет и не увидит наш народ, не попробует нашу кухню, хотя мне больше армянская нравится. Я жду, когда уже хаш начнут варить в Армении.
Скоро, да? Завершая свое выступление, я еще раз, Айк Борисович, я очень вам благодарен за то, что вы так относитесь к нашей Белоруссии. Я всегда чувствую поддержку со стороны вашей партии, ваших однопартийцев, ваших верных людей. И хочу пожелать конференции, которая сегодня проходит, успехов. Потому что пока мы живем, мы должны помнить, или вернее, пока мы помним, мы живы. Если мы забудем, кто мы есть, если мы забудем, кто мы на самом деле, то, наверное, у нас не будет будущего. Еще раз ваш Нурак Алютюн. Удачи вам во всем. Эске сюрмек.